На сегодняшний день Дагестан является одним из самых популярных регионов России для туристического отдыха. В прошлом году республику посетило около 1,5 миллиона человек с разных уголков страны. А в этом, по мнению вице-президента турагентства «Альянс» Александра Мкртчяна, намечается на 30% больше. Вследствие этого наша съемочная команда решила провести небольшой социальный опрос и узнать у жителей Каспийска, как они относятся к такому наплыву туристов. Очень даже положительно, хорошо, потому что в прошлом году рядом живу на берегу, столько туристов было. Это просто переполненный пляж. Все довольны были такие, все вот здесь доступно, хорошо. Нам объясняли, что здесь война идет, здесь по-русски не говорят, все нет смены. А здесь все наоборот. Самые прекрасные рестораны 2-3 раза дешевле, чем в Турции или там за границей. Они все довольны были. Наши жители начали больше зарабатывать с помощью них. Начали конкурировать. Рестораны, кафе, сервис начали улучшать. Я рада, что наша республика всем нравится. Вот действительно, это неплохо, потому что если будут туристы, значит, будет инфраструктура, значит, будут какие-то улучшения в городе. Многие горожане рады гостям и ждут их с нетерпением. Несмотря на множество плюсов, каспичане также отмечают и минусы. С начала туристического сезона предприниматели повышают цены практически на весь ассортимент. По поводу цен повышения начинают спекулировать с арендой жилья, то есть официально заявляют квартирантам, что мы будем сдавать вам жилье до мая месяца, потому что с туристов гораздо больше арендная плата, соответственно, то есть сами жители усложняют, то есть от того, что приезжают туристы и развивается инфраструктура, ничего нет плохого, но сами жители как к этому относятся, то есть нельзя на этом навариваться и ухудшать жизнь своим же землякам. А минусы то, что для наших жителей цены стали дороже, и, естественно, на с лета уже не найдешь квартиры. С мая уже посуточно все сдают. Цены повышают для наших регионов. По мнению каспичан, проблема с повышением цен – это одна из основных проблем во время туристического сезона. Гостям горожане рады, но стоимости продуктов на рынке и отсутствие возможности съема квартир напрягает. Мы решили поинтересоваться, изменится ли ситуация с жильем, если будут строиться гостиницы. А что делать? Много приезжают. И вообще у нас это люди, наше население, кто уезжал совсем, они снова приезжают сюда. Так гостиницы, они, видимо, с разрешения, большие гостиницы. Значит, хорошо отлично. Да, кто с разрешения строит, пусть строят, конечно. Нам нужны, вот туристам гостиницы нужны, им условия нужны. А частные квартиры, там не всегда такие хорошие условия, не у всех. По результатам нашего социального опроса мы выяснили, что каспичане настроены положительно и ждут появления туристов. Но вот местных жителей просят не наживаться на гостях и на своих же земляках. Асия Тумалатова, Гаджи Гаджиев, новости телеканал «Среда».